Древнее подземное сооружение на месте строящейся многоэтажки. На юге Махачкалы, на улице Ахундова, рабочие во время строительных работ обнаружили объект, относящийся к 18-19 векам. Его протяженность под землей 22 метра, высота 2 метра и ширина 3,5. На месте побывали специалисты Агентства по охране культурного наследия Дагестана. Во время осмотра были обнаружены фрагменты сосудов из поливной керамики и каменный водовод. Чтобы выяснить, в каком качестве использовалось сооружение, необходимо провести исследование. Застройщику будет направлено предписание о приостановке работ на этой территории.